Всем привет! Погода шикарная. 10 мая. У нас тут дорогу чинят в Скопинском районе. Сейчас собираюсь в деревню. Точнее, село Вердерево. Поеду на старый объект свой, где мы последний раз строили печь-камин. Там нужно еще на втором этаже построить лежанку. Поеду сейчас посчитаю, сколько что нужно. И будем делать. Что-то оно так передергивает у меня. Так, где моя там? Алло, газель. Заправиться немного. Рублей на 600. Машина работает как-то, немножко детонирует. Сцепление выжимаешь получше. Коробки там, эти подшипники, валы. И еще броня защиты двигателя. Надо будет отогнуть. Дребезжит. Так, ну что, поехал я на заправку. Потом уже на Вердерево. Дорогу нам подлатали. Не совсем, конечно, хорошо, но уже лучше, нежели чем было. Видите, какие шикарные латки. Рушит осенний лист назад, а сердце так болит. Ярко по городу горят ночные фонари. Здесь бы тоже не мешало ямочный ремонт произвести. Смотрите, как цветет. Такая пора мне нравится. Вот только на улице у нас какой-то прохладный ветерок. Погода, конечно, не самая лучшая. Такая вот прям, чтобы душа ложилась. Но все равно, тем не менее, нормально. Дождей нет. Красота рязанской природы. Все затопило, смотрите. Вот здесь вот купель. Можно окунуться в холодную воду. Церковь реставрируется уже несколько лет. Но уже создает приятный визуальный эффект. Купол сделали. Так. Все-таки, когда люди стараются что-то восстановить, приятно. Не знаю, что их двигает. Благие намерения какие-то двигают. Так, прибыли мы.